Нос красный у меня. Вот интересно, конечно, человек устроен. Вот мы же знаем, что все конечно. Все, чувства, страсти, детство, жизнь, все. Но мы все время рассчитываем на то, что это будет бесконечно. Ты вот не думал об этом никогда? Мы же начинаем все для того, чтобы это было бесконечно. Идиотизм какой-то. Ну, нам так хочется. А знаем, что конечно. И просто забываем. Это же нормально. Я справлюсь. Слушай, я правда, я справлюсь сама. Я без тебя выживу. Ой. Ты же к ней по любви уходишь. А не потому, что она моложе на 22 года. Ты же любишь ее? Да нет, слушай, я понимаю, конечно. Ой, усталость, привычка. Хочется каких-то новых ощущений. Мне самой хочется. А мы с тобой молодцы. 19 лет. Вот очень важно сейчас какую-то честность сохранять, понимаешь? Ты же ни себе, ни ей, ни мне врать не стал. Ну, хотя, вообще, мне, наверное, поврал. Сколько там? Месяца два, наверное, да? Три. Больше? Полгода? Ты с ума сошел? Год? Да ладно, ну не год же. Вы, ребята, даете. Вот это да. Подожди. Мы же с тобой до недавнего времени любовью занимались. Вот это круто. Ну ладно. Ну теперь это уж все. Теперь тоже все. О! О! И мы уже, знаешь, как бы мы вышли вот за эти рамки мужчина-женщина. Это уже просто такая человеческая связь. Родные навсегда. Даже на том свете родными будем. Ой, а по-женски, слушай, ну, выйду замуж я, да. Я еще, мне кажется, могу кого-нибудь найти. Ты вон мне всегда говорил, что я с годами только хорошею. Я не буду реветь. Да, она красивая. Я посмотрела. Слушай, прям красивая такая. Ой, хотя в 20 лет не все красивые, а? Особенно тут. Не буду, все. Хочешь? Или ты теперь на диете? Надо соответствовать. А мне не надо. Слушай, вот тебе с ней интересно разговаривать? Это очень важно. Говнюк. А помнишь, ты мне говорил, что у меня руки длиннее, чем у Лопаткиной. Помнишь? Ты говорил, что ты не уверен, что я твоя жена, и тебе надо приглядеться. Ой, у тебя такой взгляд смешной сейчас. Испуганный такой. Наверное, думаешь, что я с ума сошла. Да, я сошла.
даже я единственная, конечно, я вообще, я даже представить себе не могла, что ты со мной лично не попрощаешься. Это же в страшном сне. Просто увезешь вещи, напишешь записку. Кстати, хороший очень текст, ты знаешь? Я даже испугалась сначала, что ты с собой что-то сделать хочешь. Ну ты же у нас не такой чувствительный. Слава богу, как я. Ухожу с тяжелым сердцем, но не могу по-другому. Виню только себя. Будь счастлива. Счастлива. Ты знаешь, я попробую. Я подумала, что очень хорошо, что ты не увидишь, как я старею. Вот ты сейчас на меня смотришь и запомнишь меня вот такой. И я тебя вот таким запомню. Испуганным, трогательным. И я тебя прощаю. И я тебе обещаю, я буду помнить только хорошее из нашей жизни. А ты знаешь, у тебя впереди сейчас самое интересное начинается. Прощай, любимый. Сейчас туманный предрассветный, в страхе город мы покинем.